не Counter-Strike, где одно нажатие на кнопку позволяет сменить оружие, да и пройти уровень нужно за один раз. Свиста пуль тоже не слышно. Стрельба ведется инфракрасными лучами, безвредными. Такими в любой телевизор стреляет пульт. Начиненная электроника головная повязка следит за соблюдением правил. Легко их освоить может даже девчонка. 16-летняя благовещенка Алина Орлукевич играет в лазертаг почти год, но совсем не хуже ребят. Я играю с мальчишками, потому что они меня считают равным соперником. Мне нравится спортивный вид спорта. Я как-то люблю активность. Я мечтаю стать военным, и я хочу посвятить свою жизнь военной службе. И мне нравится пострелять, и у меня это хорошо получается. Мечтает стать военным и 13-летний Константин Федоров. Уверен, лазертаг поможет стать выносливее и сильнее. Всего 3 попадания, и солдат может выбыть из игры. Но на помощь новобранцу часто приходит команда. Обращаться с людьми. Я стал командиром своей команды. Но ты должен продумать тактику, ну и другие вещи. Надо не подставлять своих сотрудников, ну, друзей, союзников. По команде. Союзники – это в буквальном смысле слова тыл. Защищают и, случается, принимают удар на себя. В каждой команде не меньше 5 человек. Для того, чтобы победа присуждалась по-честному, ребят на поле боя выпускают по возрастам – 8, 10, 11, 13 или 14, 17 лет. В рамках этого турнира себя испытали 100 школьников Благовещенска и Зеи из 24 команд. Мы ребят обучаем тактике ведения игры, прицельной стрельбы. Они работают с пневматическим оружием. Учим стрелять, бегать, выносливость. Все, что надо настоящим молодым бойцам. Травмы избегаем, но, как и любой вид спорта, травмы возможны. Травмы и падения нисколько не пугают ребят. Они просят соревнования сделать регулярными. Выжить на поле боя при этом смогли лишь благовещенцы. Но и стрелки из Зеи показали хороший результат. Наталья Бернацкая, Анастасия Бувальцева, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».